Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас с вами на посмотрелочке игрушка под названием Carnage. Ой, блин, игрушка вроде как 19-го года выпуска от автора, разработчика ISAR Digital в жанре экшен. Короче, нашел я у себя ее на компьютере, установил, начал искать в интернете, блин, ничего по ней нет, потом все-таки я нашел более-менее, зашел в менюшку, тут она не работает, ничего вообще, просто дальше менюшки я не смог уйти. Но, чтобы уйти дальше менюшки, у нас есть Xbox-овский геймпад, вот он работает, потому что ни клавиатура, ничего, никакие другие джойстики не работают, кроме как Xbox-овского. Поэтому по настройках ничего не буду делать, игрушка очень короткая, тут она типа как может быть демка, или в разработке, хрен того знает. Ну, короче, мы сейчас на нее посмотрим. Go, play. Да, туториал, да нахер нам туториал. Мы что, не знаем, что тут надо делать. Вот наш туториал, смотри, control. Брейкбэк, так, ездить. Ага, стрелять, фокус, пауза, vehicle control, камера, фокус, on, off. Окей, press go. Bienvenue dans l'émission Carnage. La seule émission des combats entre Pauline et Kaiju. Présenté par vos fidèles serviteurs pour animer et commenter ce match qui met la foule en délire. Sans vous oublier, vous, chers téléspectateurs qui nous regardez. Vous connaissez les règles, trois participants qui se succèdent contre un kaiju, jusqu'à ce que mort s'en suive. Aucun doute sur le fait que nous allons passer un bon moment entre nous. Et sans plus attendre, le début de la rencontre. Микрозила, кайдюшка. Короче, разработчик, скорее всего, японский какой-то, потому что гайдзи у них тут всякая херня. Так, короче, мы ездить умеем, что-то делаем. Так, у меня есть прицел, у меня есть... Что у меня есть? Пулемет есть. Можно так. Ой, что с АПшка? Еще есть там что-то... Ага, вот, нифига себе, дробовик, что ли. Так, ладно, погнали. Вон так гайдюшка ходит. А что это за синие штуки, подожди? Ага. Ладно, ну давай попробуем его завалить. Где он там? Йоу! Босса, да, у меня перегрев пулемета идет. Ты куда такой быстрый? Слышь. Ой-ой-ой, тихо. Подожди, как там? Ой, он завалился, вали его нахер! Вали его, блин, скотину, так ничего не вижу. Бах! Все, валим, он встал. Тихо. Блин, а графика прикольная такая из Borderlands, типа. Да? Вообще четкая. Ездить, короче, мочить чувака какого-то. Ой, блин, а сколько у меня жизни? Мне жизни где-то есть или нет? Ты че, слышь? А ну-ка, уляк. Ну-ка, ляк, говорю, блин. Блин, сейчас, походу, на меня будет бодаться. Но не боднулся, не успел. А, управление немножко такое затянутое. Ну да ладно, ничего страшного, мэр. Нету, короче, этого. На. Упал, хорошо, лежать, сучка. У меня дробовик только плохо работает. Ого, жизнь, это я долго буду бить так. На, под задницу тебя. Ай, дай пропусти. Так, тихо, спокойно, он очень ярость включил. Опа, тихо. А у меня жизни вообще есть? Ни хрена ты мощь. Так, валим. Я не знаю, сколько у меня жизни. У меня дрифт пошел. Что это? Блин, опять шипы. Нахрена мне шипы? Ой, у меня тачка горит уже. А как похилятся-то? Блин, а он так-то нормально догоняет, если чё. Блин, эти шипы заколебёте. Короче, мне нужно его как-то уронить. А! Где я? Все, меня завалили. О, у меня еще. Да что, новая тачка? Ага, вторая тачка. У меня, короче, три тачки есть, чтобы его завалить. Окей. У меня есть три тачки, чтобы его завалить. Оу, тихо. Я забываю, какой кнопкой ехать. Сейчас мы разберемся, сейчас мы его захерачим, этого пана. Блин, он уже уровень второй у него пошел. Блин, хватит меня бить.
Да, и отпусти меня. Все, валим, валим, валим. О, вот это скорость у него. Упади. Ты не падаешь, а что ты уже не падаешь? Ерна мудрга дугуджи гиляга. Блин, он не падает. Я не могу его уронить. Так, скотина. Так, хорошо, подожди, тачка пока у меня жива. Но он бегает очень быстро за мной. А если вот так сделать? Ага, пошел ты нахер! Тихо, вот это что? Пять шипы. А, его шипами нужно было уронить. Блин, у него еще даже пол хпшки не снял. Так, валим, валим. Я ему еще пол хпшки даже не снял. Так, чувак, отстань. Хорош. Здорово! Блин, у него опять уровень повысился, что ли. Ой, вот это плохо. Вот это плохо, 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 пацаны, плохо. Все нормально. Я свалил, тихо. Где он там? Так, беги за мной. Да, блин, не проеду, прикинь. А он проехал, сука. Да его так буду долго бить. А подожди, а вот эти штуки-то лимитированы. Чё это? Это он чем-то стреляет. Скотобаза чем-то в меня стреляет. Блин, да я так долго его буду бить, вы чё? Так, а уронить его уже не получится, да? А вот эти штуки уже все, они не активны. Почему? Блин, он бегает очень, сука, быстро! А все, у меня нет активных этих штук. Я не могу его уронить. Так, поехали к вот этой штуке, может быть. Ой, я свалил. Нет, я не свалил! Тихо, тихо. Вот это что такое? Это... Ага. Мочи, мочи, козла, мочи. В смысле, как стрелять? Когда путаешься в кнопках. Такое бывает, такое бывает, такое бывает. Мочи, 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 козла. Все, у меня его уронить нечем, в принципе. Хотя, нет, почему? В смысле, уронил? Опять уронил? А как? Чувак, ты чё разлёгся? Ай, больно, не вижу ничего. Так, тихо, у меня тачка дымится, спокойно. Нужно немножко его попустить. Так, он опять упал, опять упал. Давай, 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 мочи, 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 мочи его. Вот это бой, вот это вот экшен. Вот это экшенок. И, блин, графика прикольная. Иди сюда. Блин, вот это ты четко просто пробежал вовремя, пацан. Блин, было бы еще неплохо, если бы видеть еще сколько у тебя жизни осталось. А то он очень быстро, собака, бегает. Я дрифтую. Иди сюда. Вот ты скотина. Так, подожди, где? Они восстанавливаются, но очень редко. Спокойно. Так, он где-то там что-то остановился. Ищем, ищем, ищем. Вот, 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 вот. Иди сюда, чувак. Упс. У меня дрифт, у меня дрифт, у меня дрифт, у меня дрист. О, нихера он уже. Какой здоровый. Да я его так не убью, ты чё? У меня еще тачка управления, конечно, классная. Но он еще не хочет бежать туда. А, скотина, давай, я хочу вас замочить.
У меня-то еще, в принципе, одна тачка в запасе есть, но лучше не рисковать. Так, спокойно, где шипы-то? Да блин, он заколебал за мной не бегать. То бегает, то не бегает. Ты достанешь меня, слышь? Ехай за мной. И просто беги, и все. И ничего больше не делай. Где? Вот. Да вот ты скотина. Тихо, спокойно. У него жизни-то, в принципе, мало, но я рискую тачку потерять. Тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Все нормально, все нормально, все нормально. У нас все под контролем. А он какие-то бомбы бросает еще. Замочил! Ха-ха! Отлично! Виктори, максимум карнак! Фу, игрушка коротенькая, конечно, вот это и все получается, но я выиграл. И что, где-то что-то покажут в конце еще? Ну? Я X нажал. Все, вот блин, вот это и вся игруха. Вот представляете? Вот нажмем кредиты. Смотри, кто у нас тут? Isard Digital. Many thanks to our friends and families. Окей. Language у нас есть еще, знаете какой? Джор, бонджор, бонджур. Наверное, я не знаю, квиттер. Какой это? Тут два только. По сеттингсу тут, в принципе, ничего нет. Сенсивити только, инвертирование, вертикальное, худ, что-то и массист, ну, в принципе, это не нужно. И все. Вот эта вот игрушка такая под названием Carnage. И там что-то японское написано снизу. Может, мы, кстати, сейчас переведем, что там написано. Там же, смотри, две буковки, но там при этом целое предложение может быть. Наверное, я не знаю. Давай сейчас посмотрим чисто. Мне интересно просто. Ну, почему бы, собственно, и нет? Ну-ка, что там написано? Жестокое убийство. Там перевод. Вот это. Карнаж, жестокое убийство. Так что, ребятки, качайте, смотрите, играйте. Игрушка прикольная довольно-таки. И интересная задумка. На арене драться с, типа, гайдзюшкой, который динозавр какой-то там. Ну, короче, пофиг с кем. С каким-то демоном, не демоном. И на тачке это все делать. Было бы немножко лучше, если бы какая-то оружка была бы еще плюс. Но я так понимаю, это просто чисто либо демка была, либо какая-то подделка одноразовая такая. Ну, довольно задумка, я бы сказал, интересная. Но все равно на один раз. Если это так постоянно будет в игре, что тачка, арена, монстр, тачка, арена, монстр, тачка, арена, монстр. Только меняются монстры и машины, можно какие-то там что-то покупать, градить. Это, в принципе, не очень сильно. Хотя можно, как бы... Арены всякие разные. Но прикольно, мне понравилось, в принципе, интересно. И графика классная, и музычка тут есть, и физика и присутствует. Все, в принципе, присутствует. Так что все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Коротенькое видео получилось. Ну да, что сделаешь, игрушка такая есть, игрушка. Да, и всем до встречи в следующей какой-нибудь посмотрелочке такой неадекватной. Короче, все, всем пока.